Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про немецкого яг-терьера. Немецкий яг-терьер или немецкий охотничий терьер – порода собак, выведенная в Германии в начале 20 века. Селекционеры ставили себе задачу создать идеальную охотничью собаку, которая могла бы стать помощником при охоте на самую разную дичь. И у них получилось – немецкий яг-терьер способен работать на земле, воде и даже в норах. Кроме этого, собака отличается выносливостью и неприхотливостью. Порода собаки – немецкий охотничий терьер. По-другому его называют яг-терьер. Страна, родоначальник этой породы – Германия. Собака выведена для работы в норе. Работает эта собачка по лисе, по барсуку. Отличается вязкостью очень хорошей. Вот. И злобой. То есть способна долго преследовать зверя в норе и способна его вытащить из норы. Немецкие яг-терьеры – крепкие собаки. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 33 до 40 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 7 до 12 килограммов. Шерсть у этих собак густая, плотная, с хорошо развитым подшерстком. Немецкие яг-терьеры – волевые, смелые собаки, они хорошие охранники. Чужим людям относятся крайне настороженно. Представители породы подходят только для опытных владельцев, которые смогут воспитать этих сильных животных. При ранней социализации дрессировки яг-терьеры могут вырасти в неагрессивных собак, которые будут в состоянии ужиться с другими животными и ладить с детьми. С другими собаками, в принципе, как бы нормально они уживаются, но, так сказать, не на норе. То есть если где-то есть зверь и другая собака, то, естественно, собака будет преследовать зверя, и, ну, в общем, с другой собакой они могут там подраться, если есть как бы цель какая-то преследования. Вот. Ну, а так вот, легко обучаемые собачки. Да? Немецкие яг-терьеры неприхотливы, их шерсть необходимо расчесывать раз в неделю, купать собаку рекомендуется по мере загрязнения. Также стоит следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного и вовремя чистить их. Когти нужно подстригать раз в месяц. Кроме этого, одна из самых основных потребностей немецких яг-терьеров – ежедневные долгие активные прогулки. Собаки компанейские, вот. Но просто держать в квартире как декорацию я не советую. То есть эта собачка требует много внимания, очень много с ним надо гулять, надо его обязательно водить, чтобы он работал. В общем, собачка такая работяжка. Средняя продолжительность жизни собак породы немецкий яг-терьер составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!